Ну что, коллеги, еще раз здравствуйте. Давайте начнем. Сегодня наш вебинар посвящен новой версии YMS, которая называется 1.4. Самое главное, самое вкусное, самое ожидаемое – это то, что теперь наш сервер поддерживает интеграцию со Skype Business. Ну и появились еще другие новости по отдельным функциям наших продуктов. Ну, начнем, конечно же, мы с других новостей. Сложно было бы от нас другого ожидать. YMS мы оставим на конец вебинара, на сладкое. Так, слайд следующий. Да? Вот, собственно, такое вот у нас сегодня содержание. Говорим сначала про наш терминал VC880, потом поговорим про VC200, говорим про новое устройство, адаптер для беспроводной передачи контента, про Yalink Meeting Server версия 1.4, и в конце заглянем немножко в будущее, поделимся той информацией, что нас ожидает во втором полугодии, ну, то есть roadmap, иными словами. Кто к нам пришел в первый раз или кто к нам часто не заходил, давайте напомним, что сейчас линейка продуктов и решений от Yalink в области ВКС выглядит вот таким образом, как на слайде. У нас есть терминалы для групповой работы, для оснащения переговорных комнат различного размера. Есть видеотелефоны, они же видеотерминалы персональные для оснащения рабочих мест. Есть аксессуары, которые позволяют строить интеграционные решения, есть программные клиенты, причем для персональных компьютеров, как для персональных компьютеров, так и для мобильных устройств, смартфонов, планшетов. Также видеоконференцию мы умеем подцеплять SIP-телефоны в качестве аудиоучастников. Ну и инфраструктурные решения нам помогают строить программные продукты. Yalink Meeting Server — это наш программный MCU. Ну, также у Yalink есть свое облачное решение. Ну, про него мы так очень аккуратно говорим, потому что пока, к сожалению, производитель не решил вопрос размещения серверов, облачных серверов здесь в России. Поэтому VCMS — это, ну, такая, скорее, приятная опция. А вот Yalink Meeting Server — это наш, как бы, надежда надежд, основа основ, наш программный продукт, который позволяет, ну, скажем так, построить законченные платформенные решения практически любой сложности. Ну что, поехали, да, в соответствии с планом. Yalink VC880. Многие из вас уже знают про эту модель, видели уже на наших вебинарах, кто-то, может, там на каких-то онлайновых мероприятиях видел, офлайновых, извините, семинарах видел презентацию по этот кодек. Главная новость в том, что он наконец-таки запущен в плановое производство. Он приехал, он есть уже у нас на складе, и даже уже состоялся уже один проект, одна реализация, одна инсталляция была сделана. Кодек выглядит вот так вот. Мы внесли его в вебинар вживую, чтобы показать. Ну, те, кто давно с нами работает, сразу же узнают, что это бывший корпус от VC120. Ну, от VC120 остался только корпус, а функционал, заложенный вот в новую модель, это совершенно функционал как другого поколения, следующего поколения. Ну, передаю слово Юрию, он сейчас чуть подробнее пробежится, про эту замечательную модель расскажет. Да, мы уже про нее рассказывали, поэтому я бы хотел акцентировать внимание на основных особенностях этого терминала. Во-первых, он может выступать в качестве MCU как аналогично VC800. Активируется это при помощи лицензионных ключей 8, 16, 24 точки. Поддерживает работу 2DT камер Yalink VCC22. Собственно, так на картинке на слайде представлено сверху. Также главная его отличительная особенность — он имеет HDMI порт для подключения либо какой-то одной сторонней камеры специализированной, либо подключения какой-то видеоматрицы, краски, которые зачастую используются в интеграционных решениях. В качестве аудиовходов и выходов используются RCA, не 3,5-мм кабели. Ну,
Также сам кодек поддерживает разрешение 60 FPS и 265 кодек, который часто начинает набирать все больше и больше оборотов и становится все более популярным. Собственно, какие схемы или какие решения можно построить с использованием терминала Ялинк VC808? Собственно, используется видеоматрица, ну, в принципе, это может быть от другого производителя, в которой подсоединяется энное количество камер. К терминалу это все подключается в HDMI вход специализированный. Система управления управляет, в свою очередь, как самим терминалом, либо это идет по сети TCP/IP, либо это идет через специальный кабель RS-232. Также система управления управляет видеоматрицей и камерой. И на рабочем столе стоит тач-панель, который именно пользователь уже там совершает вызовы или входы. Наш терминал в этом случае используется только как либо как сбор конференций и обзвона участников, либо как участник конференции, который передает изображение с камер и звука. Секундочку, тут Динар задает вопрос. Ну, сейчас давайте закончим тематику по VC880, и тогда я отвечу на возникшие вопросы. Но также у компании Ялинк есть решение, можно, так скажем, это удешевить несколько и использовать не сторонние камеры и видеоматрицу, а использовать просто камеры от компании Ялинк, которая называется VCC22. В этом случае нам необходимо только приобрести PoE switch на необходимое количество портов. Это будет где-то до 9, может быть, до 10 портов PoE. А принципиально схема не меняется. Просто вы удешевляете одно из ключевых, ну, так скажем, звеньев. Вот. У терминала Ялинк VC880 есть свои конкуренты. Опять же, по многим параметрам мы превосходим. Ключевые параметры – это многоточная конференция, количество подключаемых, собственно, камер, поддержка встроенной записи разговоров, поддержка видеокодека 265 и возможность подключения дисплея. К каждой камере Ялинк VC22 можно подключить дисплей. Вот. Давайте попробую ответить на вопросы. Вопрос от Динара. В каком качестве многоточка? Многоточка с терминалом Ялинк собирается в качестве Full HD. Сколько параллельных сеансов многоточки поддерживает? Терминал Ялинк VC880 поддерживает две виртуальные комнаты, которые создаются на его стороне. Соответственно, эти 24 точки могут быть размазаны между двумя комнатами. Ну, например, в одной будет жить 16 абонентов, в второй комнате будет жить 8 абонентов. Где это задается? Это задается через веб-интерфейс терминала. Ну, зачастую все-таки кодек такого уровня подразумевает работу с серверными платформами. Вот, и он будет уже как участник конференции. В случае использования двух комнат качество остается Full HD. Да, качество остается Full HD. Что мы хотели этим посылом на самом деле еще сказать, что VC880 появились на нашем складе, верно? Да, верно. Ну, верно. Собственно, с этого мы и начали. Да, и поэтому мы понимаем, что есть определенный интерес к этой модели. Мы категорически приветствуем желание потестировать и всячески готовы посодействовать в этом. В конце вебинара будут указаны электронные почты, куда вы можете обращаться по вопросам тестирования. Да, все продукты, которые у нас сегодня на вебинаре представляются, вообще из модельного ряда можно взять на тестирование. Ну, многие про это знают, просто мы еще раз повторим, что стараемся не продавать, не предлагать котов в мешке. Многие заказчики, которые тщательно подходят к выбору там нового производителя, они, конечно же, хотят потестировать продукцию в боевом режиме.
Нет проблем принципиальных никаких. Единственное, что нужно согласовать сроки передачи на тест, потому что наш демофонд, он не бесконечный, к сожалению, он находится там в постоянной ротации. И думаю, что мы легко там с вами договоримся, согласуем даты и сроки передачи оборудования тестирования. Это возможно и для 880-го, и для всего остального, о чем мы будем говорить. Ну, просто чтобы дальше не повторяться. Да, и мы крайне заинтересованы в получении фидбэка. Да, даже конечно. Он будет там отрицательный, но это даже наоборот лучше. Ну, это не лучше, это просто даст объективную пищу для размышления и даст дополнительные толчки для совершенствования продукции вендора. Потому что все положительные или отрицательные, или какие-то там отдельные комментарии по улучшению функционала мы оперативно переправляем вендору, ну, тут же как бы. Многие вещи Ялинк правит очень быстро. То, что он, может быть, и не планировал делать там в плане доработки своего железа, но по нашим заявкам, по заявкам других партнеров из других стран, он включает это в свой план доработки. Андрей спрашивает, управлять функциями видеоконференции можно только с пульта кодека, то есть кодек прятать за глаз невозможно. Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Правильный, так как этот кодек предназначен для интеграционных решений, то для него главным элементом управления вообще всей видеоконференции является веб-интерфейс, либо это система управления, Ristron, IMX, либо подобные системы. Кодек или терминал прячется в стойке где-то в серверной, либо, может быть, где-то в шкафу самой переговорной комнаты с глаз. Камера доступна для созерцания, скажем, для захвата видео участников. Собственно, для этих целей он и был сделан. Как раз для того, чтобы его спрятать, а управлять видеоконференцией можно через систему управления, либо также можно соединить наш конференц-телефон CP960 к нему, и тогда он будет выступать в роли, скажем, той тач-панели, которая на рабочем месте позволит управлять конференцией. Звонить, выбор раскладки, добавление участников и так далее. Ну, вопросов вроде уже нету, давайте перейдем дальше. Что мы еще тестировали? Тут тоже вживую проводили опыт. В рамках одного из проектов партнер, там заказчик, высказал такой вопрос. А что, если не хватает звука на кодеке, скажем так, того комплекта аудио, который там вкладывается в состав комплекта? Как можно к кодеку, например, к PC500, у которого нет 3,5-миллиметрового выхода, подключить какую-то внешнюю аудиосистему? В первом приближении кажется, что это достаточно сложно. Мы стали искать пути решения, оказалось, что это можно сделать через USB. Ну, для этого нужен такой большой посредник в качестве внешнего USB-модуля, внешней звуковой карты, выполненный вот в таком вот форм-факторе. Ну, Юрий сейчас чуть подробнее расскажет. Еще раз повторюсь, это был живой эксперимент, успешный. Здесь у нас в нашей лаборатории. Да, спасибо, Леонид. Мы проверяли это на версии по поколению 32. Обращаю внимание, что это программное обеспечение. Мы тестировали на терминалах версии 2.0. Это VC 500, 800, VC 880, VC 200. Что нужно сделать для того, чтобы это решение работало? То есть нужно подсоединить эту звуковую карту в USB-порт самого терминала. После подключения на веб-интерфейсе либо через экранное меню надо выбрать вход и выход звукового сигнала. В данном случае появится USB Line-In и Line-Out. После выбора вы можете присоединить там наушники либо какие-то микрофонные системы и уже использовать их. В качестве тестирования мы не покупали какие-то аннельны на рынке, а именно купили, скажем, устройство нормальной фирмы Hama. Вот название устройства
которую мы тестировали, мы привели на слайде. Вот. Основной посыл это для терминала Ялинк VC500, у которого по умолчанию нет 3,5-метровых разъемов, или для VC880, у которого используется RCA по умолчанию. Есть комментарий от Константина. У Huawei есть DVI и HDMI DisplayPort, а не только VGA, который у вас есть на слайде. Константин, благодарим за дополнительную информацию. Мы исправим. Да, возможно, это был старый вариант таблицы. Ну, в общем, большое спасибо за комментарий. Мы поправим наш материал. Ялинк VC200. Обращаю внимание, что он бывает в двух комплектациях. В комплектации Ялинк VC200 и в комплектации Ялинк VC200WP в аббревиатуре. Данные карточки заведены у нас на сайте. В них отражена как раз разница. Ну, именно в комплектации можете посмотреть. Ну, опять же, пройдемся по основным характеристикам, основным особенностям этого терминала. В отличие от предыдущих моделей, там, старших своих братьев, у него неполноценный ПТЗ, а так называемый электронный ПТЗ с цифровым зумом 4-кратным. Терминал обладает встроенным массивом из 6 микрофонов. Очень широкий угол обзора камеры 103 градуса. Умеет работать только с одним ЖК панелей и обладает одним аудиовыходом 3,5 мм line-out. Собственно, этот терминал предназначен для совсем маленьких переговорных комнат, это на 2-3 человека, либо на персональные рабочие места руководителей. Если у руководителя есть готова переговорная комната, то можно его туда поставить, и чтобы руководитель... Крепление. Да, обращаю внимание, что в самом кодеке уже встроено крепление на ЖК-панель, на телевизор. Ее не надо покупать отдельно. Выбираете угол, прикрепляете, по собственным весом все замечательно держится. Более подробно. Терминал поддерживает по умолчанию адаптер беспроводной передачи контента VPP22. О нем более подробно мы поговорим позднее. Поддерживает Bluetooth микрофоны Ялинк CPV90PT. Можно его также оснастить микрофонами CPV90. Все представленное, точнее, все эти два типа микрофонов покупаются отдельно. И VC200 поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi. Терминал VC200 также поддерживает встроенную запись видеоконференции проводимой. Можно записывать как на USB-носитель на флешку, либо на встроенную память. Но на встроенную память не рекомендуется записывать. Все-таки эту терминал на операционной системе Android лучше внутреннюю память не занимать. Также есть у него свои аналоги. Ближайший аналог это Cisco Spark Room Kit. В основном также аналогов превосходим. Давайте посмотрим на вопросы, которые пишут в чате. Динар, про аудиоходы SX80 тоже. У него 15 аудиоходов и 8 выходов. Динар, благодарим за информацию. Это Cisco SX80. Да, мы поправим. Спасибо. Ну, сейчас, значит, коллеги, хочу обратить внимание, вот этот индекс на конце WP, означающий, что в комплект поставки терминала входит устройство для беспроводной передачи контента, он появился не только у модели VC200. Подобные комплектации появились и у VC500, и у VC800. Но при этом обращаю ваше внимание, что нужно проверять необходимую вам комплектацию. Дело в том, что те модели, где включен
комплект поставки вот этот шлейф для беспроводной передачи контента, они не комплектуются устройством VCH50, вот этим коммутационным хабом, где как раз есть разъемы для проводной передачи контента. Ну, производитель предполагает, что заказчик там с самого начала делает выбор. Либо он будет передавать контент в конференцию с помощью проводов, и тогда он покупает, ну, скажем так, классическую комплектацию с вот этим хабом VCH50. Либо он сразу будет думать о том, что провода ему в переговорной комнате не нужны, и покупает комплект вот с таким беспроводным устройством. Смотрите внимательнее, просто не ошибитесь, иначе придется, если вы закажете не ту модель, ну там докупать аксессуар со склада. То есть беды как бы никакой нет. У нас есть это все в виде отдельных позиций на складе. Другое дело, что там немножко чуть-чуть по цене проиграете. Потому что когда покупаете готовый комплект, там есть, ну, какая-то дополнительная скидка, она там спрятана внутри цены. Смотрите внимательно на наш сайт, там вся информация выложена, вся она там, ну, скажем так, актуализирована. Угу. Теперь про него, да? Да, теперь мы плавно перешли к адаптеру беспроводной передачи контента VPP20. Что это такое? Это такое вот устройство. USB-кнопка. Да, USB-кнопка, подключаемая в ноутбук, персональный компьютер. Не требует установки каких-то специальных приложений, он определяется как USB-носитель, и там уже есть приложение, которое вы запускаете. Можно запускать и транслировать контент как самого приложения, либо по нажатию кнопки, которая здесь предусмотрена. Работает по технологии Wi-Fi, Wi-4, либо 5 ГГц. Не требуется предоставление какой-то специальной внешней сети Wi-Fi, то есть терминал организует Wi-Fi точку, которая подсоединяется адаптер беспроводной передачи контента VPP20. Поддерживаемое видеоразрешение это Full HD 30 FPS, но помимо видеоизображения передается также еще и звук. То есть можно демонстрировать какое-то видео, какой-то ролик. Очень удобно. Особенно для демонстрации на какой-нибудь там выставке. Ну, можно, наверное, разные схемы придумать. Есть особенности его использования. Для терминалов VC880, 700 и 500 могут быть подключены одновременно до 4 VPP20, и все эти 4 устройства будут одновременно транслировать контент в терминал. То есть сейчас вы видите, скажем, мою презентацию в единственном числе, но если бы у нас здесь сидело до 4 людей, и у каждого был VPP20, у вас экран бы поделился на 4 части в виде плитки и передавалось бы 4 разные презентации. Этим можно управлять. Можно да, одновременно принимать 4 потока и ими управлять. Там 3 отключить или поставить фоновый режим. Вот. Для VC200 только один VPP20 может одновременно работать. Вот. Также этот VPP20 позволяет с ноутбука управлять конференцией, там записывать ее, выбирать раскладки, ну, управлять терминалом непосредственно. Ну, собственно, еще чуть-чуть поподробнее. Такая вот схема использования в переговорной комнате, то есть садится за столом несколько человек, каждому из них, или практически у каждого из них может быть ноутбук, который подключен в VPP20, и по мере необходимости кто-то отключает свою передачу потока, кто-то включает. Одновременно VC880, 700 и 500 может быть зарегистрировано до 8 VPP20, но только 4 могут одновременно отправлять поток видео. VC200, еще раз повторяю, только один VPP20 может использоваться, как зарегистрирован, так и передавать информацию. Для работы VPP20 на терминалах VC880, 800 и 500 необходимо наличие Wi-Fi адаптера VC50. Он вставляется в USB-порт самого терминального аппарата. После этого на него регистрируется до там, 8 VPP20 максимально. Для VC200
покупать Wi-Fi 50 не надо. У него есть встроенная поддержка Wi-Fi. Собственно, на правом слайде представлено, скажем, скриншот самого, самого приложения, как оно выглядит. Ну, а сверху это элементы управления проводимой конференцией и терминалом. Исходя из того, что он сейчас сказал Юрий, соответственно, у нас на складе будут поддерживаться две отдельные позиции. Мы будем держать там некий товарный запас по самим устройствам беспроводной передачи контента. И отдельно будет закупаться и тоже поддерживаться товарный запас по позиции WF-50. Это вот тот самый USB-донгл, который нужен для кодеков всех, кроме 200. Поскольку невозможно заранее угадать количество, мы не будем собирать какие-то там бандлы, поэтому заказывайте ровно то, что вам нужно. Там одно устройство для терминала, 2, 3, 4, там, до 8, там, 100, столько, сколько вам нужно. Еще раз повторюсь, это две отдельные позиции. Отдельно донгл, отдельно шлейф. Не забывайте просто, там, включать эту спецификацию. WF-50 стоит там не бог весь каких денег, но все равно это не очень приятно, когда что-то забыли включить. Всегда мы можем посоветовать, подсказать, так что если есть какой-то запрос, то присылайте, поможем, подскажем. Также хотел сказать, что если вы сразу покупаете комплект, к примеру, WC500, в названии которого есть аббревиатура VP, то вы автоматом получаете все необходимое для работы. То есть вы в комплекте получите один Wi-Fi адаптер WC50 и один адаптер беспроводной передачи контента WP20. В случае, если вы также захотите, чтобы у вас на рабочем, ну, так скажем, на столе, конференц-зале было 6 адаптеров, вы потом просто сможете спокойно там докупить необходимое количество и уже использовать, собственно, на своей стороне. Поддерживается работа персональных компьютеров на персонной Windows 7, 8, 10. Также поддерживаются компьютеры с операционной системой Mac версии 10.8 и новее. Поддерживается работа с айфонами, айпадами либо через технологию AirPlay. Опять же, обращаю внимание, что для больших, так скажем, групповых терминалов требуется наличие Wi-Fi 50, и по факту устройства будут регистрироваться на него, либо на него отправлять, скажем, потоки, либо на WC200 напрямую. При помощи WPP20 можно работать с интерактивными панелями, тач-панели. Производитель заявляет поддержку, там, так скажем, он протестировал тач-панели представленных на слайде компаний. К сожалению, у нас самих нет возможности это протестировать. Если у кого-то из вас есть тач-панели, то мы будем также крайне заинтересованы в тестировании и получении фидбэка. У VPP20 есть свои аналоги. В основном это, скажем, самый известный, это Ларка, ClickShare, Polycom. Есть свои преимущества у VPP20. Но вот мы также в будущем планируем в эту табличку сравнения добавить представленные ниже компании или решения от этих компаний. Ну, это будет чуть позднее. Ну, вот хотел сказать, что Yalink, он выделяет там два основных конкурента, это Ларка и Polycom, в плане такого замечательного устройства. Ну, знаю, догадываемся о том, что жизнь гораздо шире, не только Ларка и Polycom на рынке присутствует, ну и вот список, который мы там подобрали, для того, чтобы расширить эту таблицу сравнений. Если у вас есть еще какие-то решения, вы знаете о подобных устройствах, о производителях, которые делают подобные штуки, присылайте нам, мы с удовольствием посмотрим, чтобы наша картина мира была наиболее объективной. Ну и мы в
условно подошли к виновнику торжества. Да, к виновнику торжества. Ялинг Митинг Сервер версия 1.4. Это, так скажем, финальная версия 1.0. Следующая версия будет с цифрой 2 в начале. И главное, что было добавлено в эту версию, это интеграция SkyQB в виде шлюза. Теперь мы можем полноценно, скажем, выделить 10 модулей, которые добавились как раз к сервису SkyQB. Собственно, что нам позволяет данная интеграция сделать? Мы можем делать вызовы peer-to-peer, так называемый, или не peer-to-peer, point-to-point, когда мы из полового терминала Ялинг, либо из какого-то приложения VCD, своего персонального рабочего места, можем вызвать какого-то одного участника, пользователя сервера SkyQB и разговаривать с ним, скажем, напрямую, тет-а-тет. Также можно уже созданную конференцию на стороне YMS добавить участника из сервера SkyQB. Либо можно сделать наоборот, то есть уже созданную видеоконференцию на стороне сервера SkyQB присоединиться к групповому терминалу с переговорной комнаты на стороне YMS. Также заявлена поддержка двух потоков. Отдельно на экране будут у вас люди, на отдельном экране контент. Это как на прием, так и на передачу. Обращаю внимание, что получить эту интеграцию не надо платить дополнительные деньги. Стоимость этой интеграции уже и так включена в стоимость лицензии. Ее как-то приобретать отдельно нет необходимости. Все вызовы с участием сервера SkyQB, это может быть как point-to-point, участники конференции, они занимают конкурентные лицензии. Поэтому вам надо рассчитывать вашу нагрузку, сколько у вас будет запланировано вызовов. Можно создавать практически неограниченное количество линков и транков до сервера SkyQB. Ну, может быть, у вас их несколько, либо по разным регионам раскиданы самостоятельно. И слева на слайде представлен скриншот настроек с веб-интерфейса. Как раз. И мы можем теперь полноценно заявлять, что Ялинг Митинг Сервер может обеспечить, охватить такого вида осьминога, можно назвать его так. Духу слово плохое, поэтому это осьминог. Давайте повторим, что сейчас мы уже, скажем, сервер Ялинг Митинг Сервер может обеспечить интеграцию с клиентами WebRTC, стримить на сервисе YouTube. Имеется совместимость со сторонними групповыми терминалами. Есть интеграция с API. Есть глубокая интеграция с терминалами Ялинг. Это как мобильные приложения, как персональные рабочие места. А можно буквально там, в двух словах развернуть, что мы понимаем под глубокой интеграцией? Да, глубокая интеграция. На терминалах Ялинг и всех из перечисленных ниже есть на веб-интерфейсе в разделе «Аккаунт» выделенное поле. Раздел «Облачные решения», в которых вы можете найти Ялинг Митинг Сервер. Для регистрации необходимо заполнить всего три поля, после чего терминал Ялинг может делать следующее. Это создавать мгновенные конференции на стороне Ялинг Митинг Сервер. Терминал Ялинг будет видеть календарь либо ближайшие запланированные конференции, скажем, будет получать список. Может удалять, добавлять пользователей в проводимых видеоконференциях. Автопровижн. Автопровижн, сервер SkyQB, сервер Ялинг Митинг Сервер может массово обновлять программное обеспечение на терминалах Ялинг. Пока все. И по умолчанию это все зашифрованное соединение. По TLS и по SRTP. Также есть
интеграция с офисными IP-адрес по протоколу SIP. И теперь мы можем полностью заявлять, что есть интеграция со шлюзом Skype Business. Я, Link, тестировал версию Skype Business 2015 года и новее. Есть на несколько вопросов. Давай ответим. Хорошо, что, давайте. По-моему, это в рамках как раз этих слайдов, этого и предыдущего. Динар спрашивает, стриминг внутри YMS или с помощью сторонних девайсов? YMS может отправлять RTMP-поток в сторону, в данный момент, это YouTube. К концу 2018 года планируется выпуск собственного стримингового сервера и сервера записи конференции. Также Динар спрашивает, WebRTC уже полноценно работает или только в планах? Да, WebRTC давно уже работает. Давно работает. Предыдущая версия. Уже месяца три как, все в порядке с WebRTC. Функция вебинаров не планируется. Сейчас нету такого, так скажем, есть аналогичное решение, которое называется лекция, когда участник 2-1 выступает, его все видят, все остальные только слушают. Полудуплексные участники. Полноценного вебинара, если вы имеете в виду чаты, ну, собственно, как вот мы сейчас с вами сейчас общаемся, то пока в ближайшее время не ожидается. Ну, давайте я скажу, просто уточню немножко то, что сказал Юрий. Сейчас нет функции вебинара, есть функция лекция. Это когда часть участников подцепляется в режиме, они видят и слышат лектора. Лектор не видит и не слышит их, то есть ну, полудуплекс. Стоимость этой лицензии в 6 раз меньше, чем стоимость базовой лицензии. Ну, есть там некое ограничение на покупку. Минимальный пакет это 50 участников. Действительно, сейчас нет пока чата, нету режима whiteboard. Это все намечено к реализации во втором полугодии этого года и позже. Есть Виолинка в планах представить, ну, уже, наверное, нельзя сказать, что это YMS, это больше, это, нельзя сказать, что это программный MCU, это больше, чем программный MCU. Речь идет о платформе полноценной для унифицированных коммуникаций. Там же будет чат, там же будет whiteboard, там же будут как другие функции. Пока вот в рамках этого продукта есть вот такой вот, ну, не совсем вебинар, но лекция. Ну, Динар спрашивает, скажите, а почему наши мероприятия не проводятся силами YMS? Ну, Леонид сейчас рассказал. Потому что вы бы, Динар, не смогли, не имели бы возможность задать нам эти вопросы, а мы бы не смогли вам ответить. Да. Не было бы диалога, мы только бы вещали, а обратной связи? Обратную связь пришлось бы получать в рамках какого-то другого продукта. Поэтому мы пока не переходим на YLink Meeting Server, но как только тут будет чат, естественно, мы перейдем на этот, пересядем тут же на эту платформу. Ну, так скажем, дополню еще свои там 5 копеек ставлю, что YLink Meeting Server сейчас позиционируется как программный сервер видеоконференц-связи. Все-таки это не вебинарное решение. Ну, платформа для унифицированных коммуникаций – это дело как бы ближайшего будущего. Но пока этот продукт – это именно сервер MCU с глубокими возможностями по интеграции различных устройств. Ну, и, собственно, пример, как это сказать? Как это потестировать? Есть два пользователя, так скажем, или два клиента, у которых уже есть YMS, и у которого еще нет YMS. Люди, да, в мире делятся на две категории. Кто уже потестировал YMS и кто собирается потестировать. Вот так, может быть, еще тестирует. Ну, поэтому... И кто планирует потестировать YMS с функцией Skype for Business. Ну, начнем с тех, у кого он уже есть YMS. Обращаю внимание, что в свободном доступе дистрибутива нет и не будет. Поэтому, если вы хотите получить версию 1.4 пользования, вам нужно написать на указанном в левом столбике почту vks.sabr@fimatica.ru о том, что вам нужно получить эту версию. Обновляется YLink Meeting Server через веб-интерфейс из личного кабинета администратора. Ничего распаковывать не будет, не нужно будет. Сам дистрибутив в архиве загружаете, и через 7 минут вы получаете обновленную версию,
у вас ничего не потеряется, сброса настроек ничего не будет, продолжите пользоваться. Если вы новый пользователь и вот хотите получить Yarink Meeting Server на тест, мы, кстати, предоставляем MS также на тестирование. Базовая комплектация – это 10 лицензий, либо по-другому назвать это 10 конкурентных портов этих вызовов, сроком на 1 месяц. В случае необходимости, если вам нужно либо больше лицензий, либо больше длительное время, да, это все обговаривается. Пишите, вот конкретика есть. Обращаем внимание, что там немножко другой адрес. Во втором случае, если это новое тестирование, мы будем задавать вопросы дополнительные для того, чтобы понимать, кто планирует тестирование, там, для чего, какие перспективы этого проекта, и так далее. Понятно, что если левый случай, когда нужно просто обновить, эта информация уже у нас есть, и здесь нужна просто помощь Юрия, чтобы он предоставил вам экзекутив с новой версией, там, возможно, помог в обновлении, если будут какие-то вопросы. А если тестирование происходит, с нуля, тогда нам нужна вот эта вот базовая информация, и плюс мы поможем, подскажем, если у вас там заказчика есть вопросы о том, какие серверные мощности или какой выделенный сервер нужно выделить под эту задачу. Есть у нас формулы расчета, есть опыт, уже там не один десяток проектов, где мы подобрали, адекватный сервер. Это важный вопрос, потому что если вы, например, там для тестирования сервера на 10 лицензий выделите какую-то там огромную машину, руководство может интересоваться, зачем это вот вообще надо. Да, там, такой вот дорогой сервер, а на нем используется только маленький кусочек мощности. Ну и наоборот, если вы возьмете слабый сервер, на него закатаете там мощное ПО, там, на 10 лицензий, скажем, на 50, сервер просто банально может это не потянуть. И возникнет вопрос, не работает ваш Yarink. А проблема тут будет не в Yarink совсем, а в том, что вы взяли слабую железку. Чтобы эти две вещи совпали, так что пишите, там, не стесняйтесь задавать вопросы, просите у нас помощи, если она нужна для подборки аппаратных мощностей. Это важный вопрос. Один из ключевых при создании такого серверного решения. Да, также добавлю к словам Леонида, что в АМС можно установить как так называемое голое железо, либо на виртуальную машину. РВ, VMware. Можно просто выделить кусок своего большого мощного сервера. Ну, в любом случае, для генерации лицензии потребуется MAC-адрес, либо вот этой виртуальной машины, либо железки выделить. Ну, и мы дошли до роудмэпа. Что... Сейчас, как... прошу прощения, а может быть по OMS версии 1.4 есть какие-то вопросы? Я хочу сразу сказать, что у нас у себя в лаборатории мы не смогли развернуть сервер Skype for Business полноценно с видеоконференцией. Сейчас в рамках двух проектов мы договорились о том, что будет происходить тестирование. Если у вас есть желание у себя там развернуть этот сервер и потестировать на тесную совместимость со Skype for Business, мы с удовольствием в это дело, активно впишемся. Вплоть до того, что там Юрий подъедет к вам и поможет ускорить настройку, установку OMS, взамен, естественно, попросит поделиться результатами вот этого тесного тестирования во всех режимах. Мы крайне заинтересованы, повторюсь, получить обратную связь, что называется, там, фидбэком, для того, чтобы иметь полную уверенность в том, что все заявления Yarink, они не просто соответствуют действительности, они проверены уже в рамках там одного, двух, трех, пяти проектов. Дальше эту уверенность транслировать другим заказчикам, другим партнерам. Поэтому не стесняйтесь здесь просить нас, там, может быть, даже требовать, чтобы мы активно помогли вам в тест. Продукт новый, пока мы вместе не убедимся, что это работает, либо не отловим, не дай бог, каких-то блок. Спокойствие, мы не успокоимся.
поскольку речь идет об интеграции со сторонним продуктом, вполне возможно, что Ялинк там что-то не учел. Либо есть какие-то тонкие как бы, нюансы, тонкие настройки, как это всегда бывает при стыковке двух продуктов. Вот, поэтому пишите, звоните, мы доступны и, скажем так, здесь крайне заинтересованы в сотрудничестве, в активном диалоге с вами. Вот. Если по YMS больше нет вопросов, тогда мы сейчас быстренько расскажем вам про роудмап, про счастливое будущее, которое нас ожидает во втором полугодии этого года. Тут есть вопрос от Динара. Скажите, пожалуйста, как это продажа решения в YMS в России? Гораздо лучше, чем в прошлом году, когда не было этого решения. Вот. Но это не то, чтобы такой ответ. Ну, общий объем продаж, это, наверное, надо спрашивать Ялинк. Сколько у нас проектов? Ну, за десяток уже реализованных перевалил. Скажем так, это вот по результатам конца прошлого года и начала этого. Надеемся, что эта цифра кратно увеличится к концу года. Потому что интерес очень высокий. И тут главное, наверное, вот такая вот точка, что называется, заинтересованности не в голом продукте, потому что многие, которые выбирают себе MCU, и только MCU, они приходят и сравнивают цену. То есть, ну, те заказчики, которые покупают цену. Им не нужен там широта функционала, что-то еще. А нужны какие-то базовые функции. Они говорят, фу, у вас дорого, на рынке есть подделки российские дешевле. Ну да, так есть. Они говорят, ну а в чем тогда ваше преимущество? Вы это там стоите в несколько раз дороже, чем некоторые российские производители, ну, с такой откровенно демпинговой политикой. Не буду называть их имен, наверное, все знают. А преимущество у нас простое. У нас есть аппаратные терминалы, и заказчик, если это корпоративный заказчик, покупает решение от одного производителя. У него нет проблем, ну, скажем так, с потенциальным зоопарком, когда сервер один, терминал состоит из какого-то там нет-топа плюс камера, что-то не работает, вопрос непонятный, кому задавать. Нет, здесь решение за одних рук. И вот если смотреть на стоимость уже вот платформы, вот здесь мы, наверное, ну, одни из самых лучших по соотношению цена-качество. По идее, наш сервер в совокупности с терминалами надо сравнивать как раз с решением Cisco, Polycom, Huawei, а вовсе не с производителями, ну, отдельными там программного обеспечения. Поэтому вот так. Будущее мы смотрим таким очень агрессивным оптимизмом, я бы сказал. Также я хотел бы сказать, что Ялинк в течение года с момента его анонса активно обрастал функционалом. Не обрастал, он выполнял то, что было намечено в его роудмапе. То есть 10 модулей, мы про них знали как бы с момента старта. Там сразу было заявлено, что вот сейчас 6, а дальше по плану будут сделаны как бы некие шаги. Поэтому в этом плане именно о, там, так скажем, по продажам достаточно тяжело судить, потому что в разный момент времени был, там, скажем, был разный функционал в данный момент времени. Сколько продуктов? Вот в апреле он был. В мае. Да. Чуть больше года. Ну, надеюсь, мы ответили на ваш вопрос. И давайте пройдемся по запланированию. По запланированному, что будет добавляться. Будет во втором полугодии анонсирован YMS версии 2. Что мы ожидаем, скажем, что на данный момент известно, что будет добавлено в версии 2. Это далеко не окончательный список. Он будет там расширяться. Будет новая структура в YMS. Будет поддержка горячего резервирования сервера, будет поддержка технологии multi-tenant, это когда... Переведи, пожалуйста. Это когда у вас на одном сервере может быть несколько компаний, к примеру. Там один кусок сервера будет для компании Рога, второй кусок сервера будет для компании Копыта, и они будут жить независимо друг от друга. Ну и будет какой-то супер-админ, который будет владеть и следить за работой этих двух независимых серверов. Ну, так скажем, на программном уровне.
Ну, других, да, насколько я знаю, производителей функция называется, там, функция, может быть, там, суперадмин. Когда суперадмин раздает полноценные права админа, но админы как бы второго уровня, они не могут администрировать соседние сферы. Кастомизация пользователей, кастомизация виртуальных постоянных комнат и планируемых конференций. Будет такая функция, как IVR. Видео IVR. Да, ну, видео IVR. Расширение статусов абонента. Сейчас можно видеть только, абонент зарегистрирован или нет. Ожидаем увеличения их количества. Поддержка интерактивных панелей. И вот очень сильно ждем собственный сервер записи и стриминга. Также во второе полугодие запланирован выход тач-панели CTP20. Это будет панель управления, с помощью которой кладется на, скажем, переговорный стол. И не с помощью пульта тыкать на, там, по кнопкам, а все-таки там, с тач-панели такой, проводя пальцами, можно будет управлять терминалом, делать какие-то вызовы. Ну, это гораздо удобнее. Также во втором полугодии планируется выпуск терминалов, работающих с Microsoft Teams, и ожидается интеграция Яринг-Митинг сервера с Microsoft Teams. Да, ну вот по последним двум пунктам хотел бы такой комментарий дать, особенно по поводу терминалов. Когда появились аппаратные терминалы Яринг, практически каждый второй или третий вопрос был, нет ли у вас интеграции с аппаратного терминала со Skype for Business. Ну, то, что нативное есть было и есть у Polycom, а сейчас, насколько я знаю, у Cisco появилось. Ответ был такой: нет, не планируется. Мы думали изначально, что там проблема в Ялинке. Оказалось, что проблема не в Ялинке, а проблема скорее в Microsoft, который не планировал и не планирует развивать этот продукт как бы дальше. Ну, не секрет, да, что с этого года Microsoft объявил о том, что у него Skype for Business заканчивается. При этом на рынок выходит новый продукт Microsoft Teams. А вот там уже с Teams, пожалуйста, как бы Microsoft открыт для сотрудничества, пожалуйста, выпускайте железо аппаратное, которое вот нативно, без использования дополнительных серверов или каких-то других продуктов, будет совместимо с ним. Соответственно, Ялинк, ну, понимая, да, что ставить на там уходящий продукт смысла нет, он и запланировал, ну, там, в своем роудмапе, запланировал в своих планах, прошу прощения за тавтологию, выход аппаратных терминалов, где будет поддержка Microsoft Teams. Ну, то же самое и с сервером. Понятно, раз уже в IMS совместим со Skype Business, то странно было бы, если такая поддержка Microsoft Teams не была бы, ну, заявлена в ближайший план. Ну, как-то так. Но вот сейчас мы все равно можем предложить решение для того, чтобы наши терминалы Ялинк там 800, к примеру, 500, мы можем сказать, что мы его можем заинтегрировать сервером Skype Business. При помощи Ялинк Питинг сервера. Да, но это не нативная интеграция, да. Интеграция с помощью посредника. А вот предпоследний пункт, то, что мы там писали вот в роудмапе, как раз говорит о том, что терминалы будут уже нативно совместимы с Microsoft Teams. Не будут требовать чего-то там дополнительного, каких-то посредников. Будут просто подключаться к этой конференции, ну, как родные. Тут есть вопрос от Андрея. Mm-hmm. То есть будут выпущены новые модели терминалов или обновление ПО под Teams? Будут выпущены именно новые модели терминалов? Ну, мы пока в точности не знаем, но процентов на там 98-99 будут, да, выпущены новые терминалы. Те, которые куплены сейчас, их, скорее всего, не получится перепрошить для Microsoft Teams. Давайте дождемся хотя бы какого-то преданонса. Я думаю, это будет где-то осенью. И пока вот у нас есть заявление Ялинка, что до конца года такие терминалы появятся. Собственно, на этом, на самом деле, наша презентация подошла к концу. Сколько-то времени мы можем еще отвечать на вопросы? Да, мы прямо сейчас убегать не будем. Может быть, мы там, скажем, включим свой микрофон.
Вот, вопрос Динара. Вопрос общего характера. Как обстоят дела у производителей с точки зрения присутствия в России? Есть ли представительство, офисы и так далее? Ну, да, я, наверное, отвечу. В данный момент у Ялинка нет своего представительства в России. По поводу планов открывать, не открывать, этот вопрос, наверное, надо задавать Ялинку. Он не всеми планами делится, некоторые планы у него могут быть такие секретные, там, неожиданные, но, по крайней мере, в ближайшее время он нас не извещал, что будет здесь открывать офис. Он работает с дистрибьюторами? Он работает, да, через своих авторизованных дистрибьюторов. Акиматика является стратегическим партнером. Но при этом, если у вас возникает желание пообщаться с Ялинк напрямую, там есть Ялинк Country Manager, ну, менеджер, который отвечает за Россию. Это китаянка, но она достаточно хорошо говорит по-русски, она учила русский язык, жила здесь, и, в общем, если есть желание, то, или там необходимость, мы готовы дать ее контакты. Пожалуйста, пожалуйста, как говорится, общайтесь. Ну вот, ты ответил на второй вопрос от Динара автоматически. Ну, в данный момент, да. В данный момент, да, общение, ну, бизнес, скажем так, коммуникации, возможно, только через дистрибьюторов, но, еще раз повторюсь, да, можете пообщаться с Китаем, нет никаких проблем. Ну, по-английски они все говорят, отдельные менеджеры говорят по-русски. Ну, по крайней мере, на ВКС точно, и вот у наших коллег, там, те, которые занимаются направлением телефоны, там тоже есть один или даже два менеджера, которые говорят по-русски. Ну, так, достаточно. Некоторые достаточно неплохо, скажем так. По крайней мере, вот наш менеджер, ее зовут Катя, она когда приезжает на переговоры с партнерами, крайне редко переходит на английский. Вначале 50 на 50 было, а сейчас практически нет. Ну, она раскочегарила свой русский, и сейчас очень, очень приличный уровень. Потому что, ну, она еще достаточно часто приезжает к нам в Россию, Да, да, да. Поэтому, да, там, скажем. Глубоко погружается в нашу действительность. Еще так. Не совсем глубоко погрузилась, но она стремится, как многие китайцы, она очень, очень упорный человек. Есть вопрос также. А сколько сейчас дистров? Хороший вопрос. А с какой целью вы интересуетесь, Динар? Какую компанию вы представляете? Ну, напишите, на самом деле, мне в почту, она есть на экране, я вам расскажу о том, какие существуют авторизованные партнеры. Самый лучший, самый стратегический, самый близкий партнер – это компания Pimatic. Зачем вам это нужна информация, я, ну, не совсем понимаю. Кто и проводит текущий вебинар? А на данный момент возможности записи конференции в ВМС нет? Ну, скажем так, мы не заявляем возможность записи конференции на стороне ВМС. Есть поддержка записи конференции по умолчанию на терминальных решениях. На терминалах 800, 880, 500, 200 и, ну, собственно, да, больше терминалов-то нет. Ну, собственно, и виде телефоны также могут на USB-носитель записывать. Те терминалы Ялинк, которые поддерживают два экрана, они записывают оба экрана, так скажем, в одном едином изображении, в широком. Прошу прощения, Юрий, ты, по-моему, не совсем на вопрос Андрея отвечаешь, пытаешься сгладить, да, неловкость. В данный момент ВМС не умеет записывать конференции, сервер ВМС не умеет записывать конференции своими собственными средствами. Мы ожидаем, что данный функционал появится в программном продукте Ялинка до конца этого года. Значит, эта возможность будет предоставлена, ну, декларировано, что эта возможность будет предоставлена бесплатно тем, кто сейчас приобретет продукт, она просто появится в списке опций при обновлении версии. Подобно тому, как это сейчас произошло со Skype for Business. Те, кто купил продукт ранее, там, в прошлом году или в начале этого года, сейчас, обновив у себя версию, получит
поддержку возможности интеграции со Skype for Business, ничего там не оплачивает. То есть вот они оплатили лицензию там, в декабре, например. Сейчас просто апгрейднутся до версии 1.4, и у них заработает стыковка со Skype for Business. Подобную ситуацию, подобный сценарий мы ожидаем из записи. Пока этой записи нет, но вот она должна появиться в самое ближайшее время. Ну, в течение одного квартала, максимум полутора. Пока новых вопросов нет? Да, но все можно записывать на терминалах, либо с помощью использования каких-то сторонних программных продуктов. Каких мы тут сейчас пока не готовы комментировать, потому что мы сами не занимались там детальным тестированием. Какие потоки умеет стримить? Ну, Юрий про это сказал. Какие потоки сейчас умеет стримить ОМС? Юрий про это сказал немножко ранее. Еще вопрос, коллеги? Бесплатное обновление по 10 на весь срок или ограничено? Значит, структура цен на ОМС следующая. Лицензируется, ну и там расценивается конкурентная лицензия. Дальше в состав вот этой цены, внутри этой цены сидит годовая поддержка 1 год. Сама лицензия бессрочная. То есть вы, заплатив 1 раз деньги, она будет работать, ну, столько, сколько вы ее будете использовать. Но поддержка и обновление, за это каждый год нужно платить там определенную сумму. Сумма составляет меньше 10% стоимости лицензии. Ну, соответственно, можно только на год или... В течение года, да, в течение, вот как у вас оплачена поддержка, обновление, консультация, поддержка, это бесплатно. Не-не, имел в виду другое. Там только на 1 год, или, к примеру, можно более расширенно купить. Там можно купить сразу дополнительную поддержку. То есть вы покупаете лицензию, 1 год уже включен, можно купить там сразу 2-й год, можно там 3-й год, 4-й, до 5 лет. Можно покупать эту поддержку потом, когда она истекла по своему сроку. Там год прошел, доплатили еще кусочек стоимости и получаете возможность обновления. Но за само обновление, если у вас оплачена годовая сервисная поддержка, конечно, платить уже ничего не надо. Все, что происходит внутри вот этого оплаченного вами сервисного периода, это бесплатно, ну, включено в стоимость. Не бесплатно, но включено в стоимость. Продолжение вопроса. С терминалами аналогично? Да, с терминалами аналогично. В состав комплекта включен, в цену комплекта, базовую цену, когда вы покупаете терминал, 1 год сервисного контракта, он называется похоже, многие на слух путают, он называется IMS, то есть первая буква A. В дальнейшем, если вы хотите продлить гарантию, вам также нужно купить сервисный пакет на последующее время. Если вы какой-то период пропустили, ну, например, там год прошел, предлагается вам продлить гарантию, вы говорите, нет, все работает, не хочу, жадный, в общем, не хочу. Прошло, там, скажем, 1/2, вы передумали, решили, что все-таки вам гарантия нужна, ну, в силу каких-то причин, разных, решили, что вам нужно. Вы покупаете сервисный контракт на год. Вот этот сервисный контракт будет действовать только 1/2. Потому что вот эти 1/2, ну, простое, когда у вас не было гарантии, он будет вычтен из, ну, из этого срока. Соответственно, если вы, например, 1.5 года не покупали поддержку и хотите продлить гарантию, то вам нужно купить уже сервисный контракт на 2 года, который будет действовать, соответственно, 1/2. Здесь ровно с сервером ровно такая же история. Извините, пожалуйста. Есть вопрос. Планирует ли Ялинк доделать интеграцию Cisco Cook'ом, расспособный сип-транк в обе стороны с поддержкой видеоконтент, который сейчас не работает? Это планируется к тестированию. К сожалению, у нас у самих в офисе нету Cisco Cook'ма развернуть. Если, Егор, у вас есть там Cisco Cook'ом, мы готовы предоставить вам Ялинк Meeting сервер и именно задаться вопросом, ну, так скажем, создать схему рабочую, именно там с помощью там инженеров, производителя от Ялинка. К сожалению, мы не особо великие гуру Cisco
Но это не наша задача. Тут я просто добавлю, что мы с этим вопросом сталкиваемся уже не в первый раз. У Ялинка есть планы по допиливанию, да, вот этой совместимости глубокой. Определенные действия, там, определенные вещи он уже сделал в сравнении с самым началом, когда многое не работало. Сейчас идут дальнейшие какие-то шаги. Если вы хотите это ускорить, ну, там, влиять на это дело, то предложение, собственно, прозвучало. Вас развернуть в АМС, потестировать ту версию, которая сейчас есть у Ялинка, и, может быть, там, помочь ему в чем-то ускорить этот процесс. Ну, либо ждать, когда это появится, как говорится, само собой. Ну, мы действительно не занимаемся плотно, там, глубоко ЦИСКа, и здесь надо либо запастись терпением и ждать, когда Ялинк, у которого там есть своя лаборатория, свой отдел R&D, сделает это, доведет до ума, либо пытаться это дело ускорить, но тогда нужна оперативная обратная связь, что вот мы здесь это поставили, вот он наш кукум, вот Ялинк митинг сервер, вот это все работает, а вот это не работает, вот здесь нужно делать так и так. Здесь такая многоступенчатая вещь, что-то сделали, протестировали, работает, не работает, пошли дальше. Потому что зачастую очень много настроек нужно делать на стороне самого ЦИСКа. Я знаю, что они этим занимаются. Отвечая на вопрос Егора, вопрос к вендору и был. Возможно, вы в курсе разработки просто. Спасибо. Я знаю, что у них есть это в планах, что они этим там как бы пошагово занимаются. Но прошу прощения, холодно у нас в Москве, 11 градусов после 26. Я ровно про это говорю, что вендор Ялинк очень сильно там ускоряется, когда видит какие-то живые проекты и живой спрос. Будь он там происходит от партнеров или от конечных заказчиков, что еще лучше, которые говорят, ну, мы бы купили ваш Ялинк, если бы работало вот это, вот это и вот это. Вот это, ну, скажем так, наивысший стимул для производителя начать что-то делать. Когда таких запросов несколько, то вопросу ставится там максимальный приоритет. Понятно, что это не просто там какое-то абстрактное желание там, рынка. Там. А вот есть конкретные люди, которые говорят, вот это у вас не работает. Сделайте, и тогда мы как вас купим. Поэтому, если у вас есть такие проекты, есть такие запросы, давайте их донесем до Ялинка, думаю, что там люди тоже, ну, как бы, с пониманием. Другое дело, что они не знают всего, что происходит на рынке. Но это наша задача до них донести, что такие вот вещи есть, вот такой спрос есть. Пока вопросов нет. Ну, что, еще минуту ждем. Если нет, то да. Всем большое спасибо. Пишите, звоните. Контакты наши на экране. Мы еще сидим, посмотрим. Минута, может, чуть побольше, если тут вопросы появятся. Угу. Мы пока сейчас себе выключим микрофон.
Спасибо большое тогда. Приходите на наши вебинары, по ВКС особенно. Мы стараемся, ну, не реже, чем один раз в квартал, точно как бы выходить в эфир. Ну, глядя вот на этот роудмап, который мы показывали, я боюсь, что, если, ну, шутка, конечно, боюсь, справедливо опасаюсь, что нам придется встречаться чаще. Такой вот степенью активности мы с вами точно не заскучаем. По осени точно будет много новостей и интересных новостей от Ялинка. Как только они появятся, мы сразу же с вами поделимся. Следите за обновлениями, подписывайтесь на наши новости, ну, работайте с нами. Всего доброго. Юрий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, ставьте лайки. На наш канал ставьте лайки. Там будет выложен и этот вебинар тоже. Предыдущие вебинары можете посмотреть. Да, ставьте лайки, не забывайте. Колокольчик, пишите комментарии. Так, да, да. Кидайте ссылки друзьям. Спасибо. Да, всем спасибо. До свидания. До свидания.